Мытный комитет подвел выники международного турнира по мини-футболе. Пятидневные спаборництва, которые проходили у Бресте, завершились перемогой сборной МНС Республики Беларусь. Призы переможцам уручил старшиня Державного мытного комитета Юрий Сянько. У финальном бои на футбольном поле Палацу спорта «Виктория» сустрелись представники РУП «Белмытсервис» и сборная МНС Республики Беларусь. У напруженной борьбе перемогу отримали выратовальники. За гоноровое звание чемпионов им пришлось поспрачаться с 8 командами. Сярод их представники России, Армении и Кыргызстана. Это уже 9-й международный турнир по мини-футболе сярод команд мытных службов держав-членов Евразийского экономичного союза. В союзе, до речи, зараз ведут перемовы на конт нового мытного кодекса. Мы пытаемся заложить в новый таможенный кодекс все самое лучшее, что сегодня наработано мировой практикой и в рамках таможенного союза. Это, я убежден, что даст добрый, хороший толчок увеличению транзитной привлекательности всех стран, увеличению интереса работы субъектов хозяйствования как на территории нашей страны, так и на территории стран-союзниц. Подчас церемонии закрытия старшиня мытного комитета Юрий Сянько узнагородил лепших гульцов и лепшие команды турниру. У будущем годе мытная служба отзначит свое 25-летие, а футболистов у Бресте будут чакать на 10-й юбилейный турнир по мини-футболе. Мария Вячорка, Тиграна Копян, областные новини, Брест.